Всем привет, с вами Гем. Сегодня записываем видео на хох. Так, сейчас, где мой Брайан? Вот он. Так, стоп, вернись, секундомер. Сейчас запустим. Он от любого нажатия запускается. Таким паком это самый стабильный мой пак. И, наверное, по скорости он тоже такой самый оптимальный. Еще хотел бы поговорить немного про World Boss. World Boss какой-то вообще бредовый реально. Там я не понимаю, как высчитывается количество полезности монстров. То есть ты можешь туда брать 20 дамагеров. Там вообще не нужен ни хил, ни баф, ничего. И допустим 20 ДД без бафа сделают урона на боссе типа больше, чем 19 дд и чувак с атак бафом, даже несмотря на то, что он типа должен дать атак баф, это значение не имеет. То есть тупо решают именно статы мобов. Чем лучше мобов статы, тем лучше, тем выше твой рейтинг, короче. Ну, допустим, и там приоритет статов какой-то такой туповатый, я не знаю, как он правильно высчитывается. К примеру, у меня оба монка, да, у Кумара больше спид и намного больше крит дэмэдж, да? А у Чандры больше хп и выше крит. Но Чандра намного выше в списке, чем Кумар. Прям намного. То есть спид приоритетнее с хп, чем крит дэмэдж. Или что, я просто... Точнее, не спид, а крит и хп приоритетнее, чем спид и крит дэмэдж. Либо, может, потому что у босса стихии отображается огонь плюс вода. А у Кумара стихия огонь. Он типа воду не бьет. А Чандра бьет обоих. Обе стихии хорошо. Может из-за стихии только, я не знаю. Обезьяна, конечно, на вот этой стадии дамажит вообще жутко просто. У меня иногда даже Брайант умирает здесь, а у Брайанта жизни очень много. И все равно он иногда умирает. Как-то странно. Вчера попробовал пятого босса бить. Да, вчера вроде гриф пятый бить. Ну, там чуть жестко, вообще я не знаю. Если нет глансинга, то все, это габелло, прям сразу. Я на третьем подъеме босса, короче, там босс несколько тычек делал, там суммарно около 20 тысяч получалось примерно. То есть он тупо в первую линию двадцатку долбил. Не знаю, вообще жесть, если глансинга нету, это вообще вафли прям сразу. Если атак дебафа нету, это тоже моментальная смерть. Вообще ничего не сделать. Поэтому, не знаю, буду немножко менять пак. Короче, из обновы могу сказать, что черный ДК там очень хорош. Это, как он называется, Диас, короче. Он там очень хорош, потому что у него есть и крест, и раскол, и атак дебаф, и пассивка на минус 15. И сам по себе он танковый, он в передней линии хорошо может стоять. Еще обсуждают сейчас водного ДК Фидору, что он там тоже неплох. У него типа то же самое, плюс иммун с диспелом. И типа в теории он тоже типа неплох должен быть. Так что у кого есть Федора, пробуйте. Руны там, конечно, падают. Вообще бомба на пятой стадии. Очень крутые. Там реально жесть. Там легендарочки падают прям. Вообще неплохо. Там эти ЛД, там куски тоже, по-моему, падали. Там вообще что-то прям классный дроп такой. Я не знаю, там постоянно кто-нибудь скрины кидает. Там, блин, эпики просто постоянно падают. Легендарки периодически. Синька вообще стабильно есть. Не знаю, это очень хорошая награда. Но тяжело бить его, конечно. Мобы нужны хорошие. Кормом не побить. А так, те, кто не тянут B5, занимаются типа быстрым фармом B4. Что-то немного ударил варвар. Я думал, больше будет. World Boss вообще какой-то бред, если честно, я не знаю, у нас
По-моему, никто даже 3S не набивает, потому что я так почитал чат, что люди пишут. Что-то хрен его знает. 430 долго, конечно. Долго. Ну, зато безопасно с брендом. Так, это дурацкий секундомер, как его убрать-то вообще? Ладно, потом разберусь, как его убрать. Так, меня в одном из видео просили, сейчас вот покажу, какой у меня счет на боссе. Вот такой. Вот такой. Кто играет на глобале или азии, можете сравнить. Разницу 17570 у нас на первом месте. 17500, грубо говоря. Можете сравнить. Так. И еще меня просили показать руны моего монка воды. Вот такие статы, короче, я ему собрал. В одном из видео меня просили показать его статы. Такие. ХП, крит, ХП. Так, еще просили монка огня где-то показать. Вот такие статы. Вайленд мусор. ХП, крит, дэмэдж, ХП. Так. И вот, ифрита меня просили показывать в одном из видео тоже. Спид, ХП, ХП. Такие вот статы. Ну вот, как бы, не знаю, короче, хох такой. Больше одного варвара, если вы бьете не на скиллы, не советую бить. Корм можно, в принципе, но тоже трата времени, можно так сказать. Корм на драконе хорошо фармится без проблем. Следующее видео будет обзор на четверок воды. Я так посмотрел, что люди пишут, всем пофиг на рифт. Так что следующий обзор будет четверок воды. Когда, ничего обещать не буду. Но постараюсь как можно раньше его сделать. Посмотрим. Всем спасибо, всем пока.